Ровно в день второй годовщины смертельного ДТП в Южном, в результате которого погиб 10-летний Артем Евсюков, суд вынес приговор. Ожидания защиты Эдуарда Жукоцкого не оправдались. Жукоцкого Эдуарда Викторовича винен защиты на первой статье 415 Кримінального кодексу України. На підставі цього закону призначити йому покарання від 4 років позбавлення волі. Стягнути з Жукоцького Едуарда Вікторовича 15.03.71 року народження на користь Євсюкова Олександровича в рахунок відшкодування моральної шкоди 150 тисяч гривень. Удвоенные по закону Савченко год и два месяца, проведенные Жукоцким в СИЗО, уменьшили срок реального наказания до 1,5 лет. В последнем слове обвиняемый своей вины снова не признал. Я, разумею, співчуваю еще раз, співчуваю дуже батькам цього хлопчика, але моєї вини в цьому немає. Еще раз повторю. Я ничего не порушил, и я все зробив за законом. И тому дуже надіюсь, що законне рішення буде прийнято. Срок в 4 года заключения и 150 тысяч гривен морального ущерба. Отец погибшего парня считает только видимой частью результата. Главное, отстоял честь сына. Я доволен тем, что оправдали моего сына. Наконец-то сказали, что он не виновен. К сожалению, пришлось 2 года это доказывать. Ситуация банальнейшая, куча свидетелей, но тем не менее. Судить никого не хочу, это дело судьи, а вообще Бог нам всем судья. Теперь у защиты Жукоцкого есть 30 дней для обжалования приговора. В случае негативного решения апелляции по истечении месяца Эдуард Жукоцкий обязан добровольно явиться для отбывания срока наказания. Фактически, до этого момента он будет находиться на свободе.